Здорово, мужики. Привезли вот такой нож, типа кукри, на заточку и воронение. Давайте посмотрим на внешний вид ножа и сразу поймете, о чем я говорю. Нож был сделан из углеродистой стали 65G и просто покрашен в черную краску. После контакта с влагой сам нож немного поржавел. Владелец решил убрать ржавчину кислотой, и краска вся послезала. Сейчас хочу переворонить и сделать заточку. Думаю, этот ролик будет интересен тем, у кого также есть инструмент из углеродистой стали и он тоже хочет его поворонить. В целях экономии вашего времени это видео будет ускорено. Добавлю фоновую музыку. Желаю всем приятного просмотра.